Всем добрейшего дня! Сегодня я хочу пикировать свою земляничку. В прошлом видео я рассказывала о том, что я ее убрала на подоконник. На подоконнике землянички было некомфортно, поэтому я ее убирала обратно на стеллаж под лампы. Вот так вот земляничка выглядит. Стволики вытянулись, и пора ее уже пикировать. Для этого я буду сегодня замешивать землю. Возьму землю вот такую вот. Почва, грунт с биогумусом, живая земля. И торфа навозный универсальный. Грунт питательный. Почему я беру эти две земляные смеси? Давайте заглянем. Вот эта земляная смесь очень рыхлая, как верховой торф, очень легкая и рыхлая. А вот этот вот грунт, он тяжелый, жирный и питательный. Я эти две земли сделаю пополам. 50% вот этой вот рыхлой и 50% питательной. Для чего я их смешиваю? Все-таки вот такая вот земля для землянички, да и для ее тоненьких корешков будет тяжеловато. Земляничка любит рыхлую землю. А садить я буду вот в такие вот кассеты. Приобрела эти кассеты, вот их тут три штуки, в фикс-прайсе за 39 рублей. В каждой кассете 18 ячеек. Эти ячейки примерно на 80 миллилитров. То есть это маленький объем. Сначала пересажу вот в такие кассеты. Начала замешивать грунт. Посмотрите, как они отличаются. Вот это вот живая земля, а это черный питательный грунт. Разбиваю комочки, убираю грязь. Попадаются палочки. Так продолжаю готовить грунт. Итак, я заполнила все три кассеты. Заполнила доверху, но землю не утрамбовывала, поэтому земля у меня еще осядет. Сейчас буду приступать к пикировке. Беру сорт Золушка. К сожалению, земля у меня очень сырая. Конечно, нужно было подсушить, но у меня уже нет времени этим заниматься. Если я сегодня не распикирую, то у меня возможности уже не будет. Взяла для этих целей вот такую вот маникюрную палочку. Буду поддевать и переносить в стаканчик. Так, давайте приступим, чтобы было видно. Вот такой вот у нее корешок. Делаю углубление. Не нужно бояться, да, росточки очень маленькие, тоненькие, но они хорошо приживаются. Для полива использую вот такую грушу. Да,
нужно углублять. Проливаю, чтобы корешки сели в земле. Сильно землю не утрамбовываю. Не буду снимать все три кассеты, это очень долго. Приру запись, покажу потом результат. Ну вот, прошел час. Я посадила и кассеты по 18 стаканчиков. Здесь у меня вот палочку поставила для того, чтобы отметить, что у меня здесь с краю 6 штучек барон Салимахер. Алибаба посадила только 9 штучек. В прошлом году я садила Алибаба. Мне больше понравился Салимахер. Целая кассета, 18 штучек, барон Салимахер. И в этом году я купила новую землянику Золушка. Тоже посадила целую кассету, 18 штучек. Так, вот у меня еще остаточки. Я их оставлю, также закрою. Мало ли, вдруг какой-то росточек не приживется. Я их полила. Сейчас я их поставлю в контейнеры и потом покажу вам. Вот в таких контейнерах я выращивала в прошлом году. То есть растишки еще малюсенькие, и им еще нужны тепличные условия. Поэтому каждый контейнер я закрываю крышечкой. Сейчас поставлю эти три контейнера на свой стеллаж. Лампы сегодня включать не буду. Завтра с утра включу лампы и сниму небольшое коротенькое видео. Вот так выглядят контейнеры на стеллаже. Так, вот третий еще контейнер. Немножко приподняла поближе к лампам. Через неделю сниму следующее видео. Посмотрим, как себя будут чувствовать растишки. До скорых встреч! Удачи вам в выращивании землянички!